70-летний житель Италии признан самым образованным человеком в мире. На днях Лучано Боетти получил 15-й по счету диплом о высшем образовании. На этот раз в сфере туристического менеджмента. Остальные были по самым разным наукам. Социологии, филологии, политологии, криминалистике, информационным технологиям, юриспруденции и даже военному делу. Причем останавливаться на достигнутом он не собирается и уже подал документы на очередной факультет. По словам Боетти, преклонный возраст учебе не помеха. Главное – дисциплина. Чтобы сделать домашнее задание, он встает в 3 ночи. Для меня это соревнование с самим собой. Способ проверить, на что способны мое тело и разум. Главное – желание познавать. Первый диплом я получил, как все, в 22 года. И не скажу, чтобы тогда было учиться было легче, чем в 50 лет. А на седьмом десятке другие сложности. Я специально пошел изучать программирование, чтобы адаптироваться к новым технологиям. При этом сфера интересов Боетти учебы не ограничивается. Он преподает в школе, работает волонтером в Красном Кресте, активно занимается спортом, а не так давно женился во второй раз. Супруга младше его на 30 лет.